ящике. Они растут повсюду. У лунной девочки будет свой сад. Цветы заполонят весь город, а другие растения вымрут. Я бы не справилась без твоей помощи. Она права. Надо было вас послушать. Но я хотела доказать, что я хороший садовод, хоть я и не ходила в клуб. Не переживай, Олег. Есть идеи? Я слушаю, без шуток. Думай, думай. Эти семена повсюду вокруг нас. О! Они летят туда, куда дует ветер. Стоп! Это отличная идея! Куда дует ветер? Надо сделать так, чтобы ветер дул в нужном направлении. Я знаю, что делать, но только мне понадобится ваша помощь. Каков план? Идем со мной! Настало время героев! Готов, Гекко? Пора уже начать операцию «Ветер». Готов, Кэтбой? Готов! А? Суперсовиный ветер! Они все здесь! Итак, мы ищем большой белый шар, похищающий игрушки. Он может быть где угодно. Направляются в парк! Девочка, что ты здесь делаешь? Герои в масках! Знакомьтесь, мой лунный шар! Он похитит все дневные игрушки, чтобы я могла играть с ними ночью! Мы этого не допустим! Уверен? Ха! Мой лунный шар поглощает не только игрушки! Он может поглотить и героев в масках! О, нет, Гекко! Эй! Почему лунный шар нас не поглотил? Потому что мы его отбили. Да! Он как огромный футбольный мяч! Ха! Сыграем в футбол! Ха! Эй! Ой, прости, но какой удар! Головой! Кошачий прыжок! Держись, котеночек! Ты не посмеешь! Лунная девочка, опусти меня на землю! Опустить? Хорошо! Я поймаю! Нет, я его поймаю! Я поймаю, Олег! Предоставь это мне, я поймаю! Я собираюсь покрыть весь город своей липкой липучкой. Одну для школы, одну для музея. И, конечно же, не забуду про парк. Люди будут говорить только обо мне и отмывать город целую вечность. Ящерицы-рептилии! Какие большие шары! Не волнуйся, Гекко, предоставь это мне. Ха! Так вот, чем ты занимаешься в свободное время. Быть злодеем – это больше, чем хобби. Эти липкие липучки не просто большие. Моя новая формула сделала их прыгучими. Их действие будет еще хуже. Что значит недостаточно плохие? У тебя что, есть идея похуже? Ладно, мы ее обсудим. Липкая липучка! Я
Я остановлю первый шар, а вы, ребята, справьтесь с остальными. У меня есть идея получше. Постой! Я же главный герой, помнишь? Пора действовать! Кошачий суперпрыжок! Маленьких шаров не так эффектно, как ловля одного огромного. Это точно попадет в книги рекордов. Осторожно, ковбой! О нет, мой кот-мобиль! Я его только помыл. Пачкать мой прекрасный шедевр! А ну, сотрите все сейчас же! Так, ну что, вы уже закончили прятать все картины в музее? Хорошо, скоро я избавлюсь от них навсегда! Он задумал спрятать все произведения искусства и оставить только собственную статую! Я ему этого не позволю! После того, что он сделал с моей статуэткой, я просто обязана уничтожить его статую! Стой! Он вовсе не хотел разбивать твою статуэтку! Он же сказал, что это вышло случайно! За ней, ниндзя Лино! Олет, зачем ты это сделала? Это вышло ненарочно, но по делам ему. Это месть за мою статуэтку. О, нет! Нет, только не это! Моя прекрасная статуя! Она сломана, разрушена. О, он сильно расстроился. Тебе также было жаль статуэтку. Теперь он понимает твои чувства. Вот, только в виде его расстройства мне совсем не становится лучше. Я думала, что это будет справедливо. Но злом зла не поправишь. Нет, не поправишь. Ночной ниндзя, мне очень жаль. Может, ее можно починить? Нет, ты все разрушила! И теперь я испорчу все остальные произведения искусства! Хватит, ниндзя Лино! Я знаю, ты обижен на меня, но твоя статуя неплохо выглядит. Да, она все еще похожа на тебя, только без руки. Да, ты вложил в нее очень много сил, и это видно. Забудьте! Я теперь хочу только одного! Уничтожить этот музей! Толкайте ниндзя Лино! Нет, ниндзя Лино, не делайте этого! Давайте сядем в кот-мобиль и поедем в парк! А? Что? Где он? Найдем его в совином планере! О нет! Мой планер тоже исчез! И гекомобиль тоже! Ладно, но как же мы будем героями без наших машин? Воспользуемся велосипедами. Велосипедами? Ну а что такого? Лучше, чем ничего. Мне нравится кататься на велосипеде днем, но ночью героям нужны суперавтомобили. А давайте попробуем. Так мы сможем узнать, кто украл наши машины. Вперед! Поверить не могу. Герои на велосипедах. Ну же, ковбой, будет весело! Благодаря суперзацепкам ящерицы я никогда не упаду с велосипеда. Попробуй полетать с ним, Олет. Ладно, попробую. Да! Ух ты, самое изящное приземление в моей жизни. Давай, Кэтбой, примени скорее свои суперсилы с велосипедом. Это здорово! Здорово, но не так здорово, как в кот-мобиле. Ладно, давайте поедем в парк. О! Какие странные стены из машин! И оттуда доносится странный шум! Ладно, давайте осмотримся. Мой кот-мобиль! Что ты задумал, Ромео? И как ты смог украсть наши машины из штаба? Легко!
Я использовал свой удивительный электромагнит, чтобы украсть те автомобили. А потом решил примагнитить и ваши машины. Мы не позволим тебе забрать наши машины. О, ты так мило смотришься на своем велосипеде. Что? Кто? Я? О, тебе идет! Так, Ромео, нельзя красть чужие автомобили. И ты должен сейчас же отдать наши супермашины. Кстати говоря, зачем они тебе нужны? Не зачем. Я их опробую и заберу себе лучшую. Да! Настоящая поп-звезда! Поверить не могу, что он считает себя поп-звездой. Мы на завтрашнем концерте выступим намного лучше. Мы? В концерте? Ты привязал все инструменты? Думаю, да. Тогда я скажу Гекку, чтоб тянул. Ой-ой! Тихо! Прекратите баловаться и приготовьтесь к грандиозному финалу! Мне жаль, ребята. Я снова подумал об этом концерте и, должно быть, что-то напутал с веревкой. Поп-звезда, поп-звезда! Если он продолжит петь, то разобьет стеклянную крышу и все окна в городе! Он так собой гордится, что не прекратит петь. Нужно перестать беспокоиться о завтрашнем выступлении. Я должен выбрать инструмент. Самое время быть героем! Кошачья суперскорость! О, все на меня смотрят! Эй, а это не так плохо! Что это вы здесь делаете? Ниндзя Лино! Я не могу быть поп-звездой без группы! Идите туда! Да начнется шоу, Ниндзя Лино! Поп-звезда, поп-звезда! Довольно! Черепашки в рубашках! Мы слишком высоко! Не паникуй, Гекко, а то упадем! Ты прав! Осторожно! Сейчас сядем. Аккуратно. Молодец! Я знал, что ты сможешь. Видишь, стоило лишь попробовать. Да! Мотыльки! Отпустите, негодники в масках! Все кончено, лунная девочка. Да! Твой луноборт у нас. Ты не сможешь подарки красть. Значит, у меня не будет настоящего Рождества. Я буду одна его встречать. Что? Тебе не с кем Рождество встречать? Что ж, мне тебя очень жаль. Слушай, может быть, ты его с нами встретишь? Серьезно? Да! Мы ведь должны вернуть все рождественские подарки адресатам. Поможешь? Мы встретим Рождество вместе. Что скажешь? Ну что ж, давайте. Тогда запрыгивай! Мы спасем Рождество! Да! Да! Ты неплохо овладел луноборном, Гекко. Спасибо. Теперь я понял, что он улетный. Поскольку ты нам здорово помогла, мы отдаем тебе луноборд и магнит. Зачем лунной девочке нужны бабочки? Почему не взяла кого-нибудь классного? Вроде льва. Совиный взгляд. Вон там. Это бабочка, сбежавшая от лунной девочки. Уговорим ее последовать за нами. Привет, бабочка.
Полетаешь со мной? Ну же, летим домой, а? Ты такая красочная бабочка! А какой цвет твой любимый? Этот или этот? Вы такие медленные! Нам нужна кошачья суперскорость! Эй, а куда подевалась? Поймал! Что? Ты обращаешься с ней очень грубо. Ей это совсем не нравится. Зато было очень быстро. Нужно многих поймать. Смотрите. Ну ладно, займемся этими ребятами. Бабочки, летите сюда. Да, за мной. Вам нравится красный, зеленый, синий или все сразу? Кошачья суперскорость! И раз, и два, и три. Да, кошачьи усы, неплохо получилось. Кэтбой, будь повежливей. Бабочкам очень не нравится твое поведение. Но я им помогаю. Так, где лунная девочка и остальные? О, смотрите, это же мотыльки. Улетайте, вы мне больше не нужны. Итак, герои в масках, вперед! Чем у кого-либо! Крученые рептилии! Что теперь делать? Меняем наш план. Мотыльки прилетят в магазин, и мы их там остановим. И кто использует самое классное супергеройское движение, тот победит. Еще одно соревнование! Нам оно не нравится! Ой, да бросьте! Вы что, боитесь проиграть, да? Кто? Я? Нет! Может, Гекка боится? Что? Нет, не боюсь. Я знаю очень много классных движений. Думаешь, они лучше, чем мои? Возможно. Нужно это выяснить. Думайте что угодно, но мои супергеройские движения самые классные. Готовы? Готовы. Пусть победит лучший супергерой. Как вам мои движения в полете? Мило. А как вам суперсцепление ящерицы? Так себе. По сравнению с кошачьим суперпрыжком. Эй! Эй, так нечестно! На-на-на-на-на! Так! Пора выпустить кота из мешка. Кошачья суперскорость! Супермышцы Гекко! Эй, так тоже нечестно! Кошачий суперпрыжок! Вот так надо побеждать! Мои супергеройские движения точно были лучшими! Ну нет! Мои движения были лучше! Я победил! А мне кажется, мои движения были лучшими! Так что я победила снова! Никто со мной не сравнится! Я, Алет, победительница! А? Гекко? Кэтбой! Кэтбой! Эй! О нет! Она схватила их! О, если бы я не пыталась их все время победить, этого бы не случилось. Эй! Настало время героев! О, смотрите, кто тут у нас! Стой, сумасшедший кот! Пришло время действовать. Вы такие глупые! Вы разобьетесь! Ха! Это уловка, конечно! Алет! Не волнуйся, все в порядке. Мне не нравится, что у меня голос только одного героя. Пора получить остальные. О нет, я теряю свой голос. Он забирает все наши голоса. Неужели теперь у гениального Ромео все голоса героев? Да, он потрясающий! Не то что мы! Без наших голосов мы никогда не сможем объединиться, чтобы победить его! А все потому, что Гекко не забрал свой голос, когда была возможность! Да здравствует Ромео! А, что говоришь, Гекко? О, ты говоришь, что настало время героев! Мечтать не вредно, ящерица!
вашими голосами. Вам конец, герои-вредители! О, я самый гениальный гений! А? Почему я остановился? Может, какие-то проблемы с двигателем? Самое время начать мое ниндзя-телешоу! И героям в масках не достанется билетов, ведь они не могут аплодировать! Ты не уйдешь отсюда с этим! Да ну! А я все же ухожу! Вот прямо сейчас, пока! Вперед, за мной! А? Ребята, я помогу! Спасибо, Олег! Какой противный ниндзя! Прошу, успокойся, Кэтбой! Нам нужно придумать план! Да! Будь спокоен, как учитель Фан! Он ведь никогда не злится! Да, но никто прежде никогда не крал его меч! Думаю, сейчас он такой же злой, как и я! Давайте, за мной! Идем, идем! Смотрите, это Додзи, учителя Фанга. Он тут проводит занятия кунг-фу и снимает свое телешоу. Ого, его меч такой классный. На нем такие красивые драгоценные камни. Да, по одному за каждый год обучения. Каков план, Кэтбой? Ладно, отвлеки внимание ночного ниндзя. Ты замаскируешься и подкрадешься к ним, а я схвачу меч. Не могу стоять и смотреть на меч в его руках. Он его украл. Да, но... Кэтбой, нет! Только не это! Ты не станешь, как учитель Фанг, ночной ниндзя. А ну, верни меч! О, ты вовремя! А ну, вернись! Что нам делать? О, быстрее! Нужно помочь Кэтбою! Где она? Должно быть, где-то обронил. Попался! Ха! Уверен, она была в моем кармане! А? Ромео! Что ты сделал с ребятами? Они здесь! Но теперь они работают на меня. Что? Олет! Гекко! Отойдите от Ромео! Не согласие. Теперь мы подчиняемся только Ромео. О! Здесь творится что-то странное. Кэтбой! А? Здесь не на что смотреть. Что, правда? Сейчас я пролью свет на эту загадку. Шары! Что? Грег! Амайя! Они схватили нас, когда мы играли на улице. Это было несложно. У вас не было суперсил. Но если вы сейчас в клетках, то кто они? Не приближайся к ним, Кэтбой! Стоп! Я подозреваю, что это роботы! Это вовсе не Гекко и Олет! Верно! Но их очень легко спутать, потому что это мои невероятные робокопии! И если бы я не обронил печатную плату, здесь была бы и твоя копия! Печатная плата? Ты говоришь об этом? Моя печатная плата! Не будь самонадеянным, кошечка. Скоро мои робо-сова и робо-гекко запрут тебя в клетке. Тогда я буду править миром, и ты меня не остановишь! Кэтбой, освободи нас, и мы поможем! Но у вас же нет сил! Не волнуйтесь, я принесу ваши пижамы! Не это ли ищешь, котенок? Ох! Да, ваши пижамы у меня! Схватить его! У этих роботов столько же сил, сколько у Олет и Гекко? О, нет! Намного больше! Убедись сам! Вау! Экстрасилы? Так нечестно! Я предупреждал! Потребовались годы, чтобы построить компьютер для их питания! Но сейчас мы их и роботов не остановим! Похоже, лунной девочке больше не нужны все эти вещи. Не знаю, почему ей не понравился кот. Давайте вернемся обратно в класс. И тогда все снова будут счастливы. Кроме меня. У меня нет моей совы. Я должна ее вернуть.
Здесь какое-то силовое поле. Вы должны помочь мне забрать мою статуэтку. А ты точно хочешь забрать ее? Лунная девочка украла статуэтку. Она не имеет права ее оставить. Ладно, ты заберешь свою сову. Посмотрим, смогу ли я здесь пройти. Эй, лунная девочка! Ты мешаешь мне любоваться моей чудесной лунной скульптурой! Это совиная статуэтка! Ты ее украла! Нет! Ты же сама отдала ее мне! Ну уж нет! Она моя! Ну, мне она больше нравится, так что пусть будет у меня! Ну же! Скажи, что она моя! Скажи! Ну ладно! Супермускулы Гекко! А? Крученый рептилий! Что происходит? Гекко! Мальчишка ощутил на себе силу моего поля заморозки. Никто не проникает в мое лунное логово, и никто не сможет отобрать у меня лунную статуэтку. Потому что она моя! 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 Очень скоро она не будет твоей. Лунная девочка, ты победила! Статуэтка твоя! Мы уходим! Я знала, что ты в итоге образумишься! А как насчет Гекко? Мы его освободим и вернем мою статуэтку. Ты должен быстро сбежать по пожарной лестнице, подняться по внутренней лестнице и войти в ту дверь, хорошо? Уверена, что это сработает. Посмотрите, давай. Другие! Покажите, на что вы способны! Эй, это не смешно! Нет, смешно! Это лучший кукольный спектакль в мире! О! Что? Вау! Как тебе это, змеёныш? Итак, вот мой план. Гекко? Гекко, все в порядке? Да! Заберите марионеток! Герои в масках идут на помощь! Кошачья суперскорость! Взять их, мотыльки! Совиные крылья! Мотыльки? Что вы делаете? Молодцы, герои в масках! Марионетки целы? Да, но теперь нужно найти Кэмерона. Ему нужна наша помощь. Кто такой Кэмерон? Но нам нужно срочно вернуть марионеток. Что Кэмерон здесь делает? Кто такой Кэмерон? Он ходит во сне. Кто такой Кэмерон? Нужно доставить его домой. Да, сначала поможем ему, потом заберем марионеток. Кто такой Кэмерон? Из него получится отличная кукла! Она его сейчас разбудит! Остановим ее! Не нужно бросать кукол на землю! Какие же они красивые! Вот так марионетки! Потанцуйте и помашите моим друзьям! Отойди, лунная девочка! Нельзя будить лунатиков! Я не хочу его будить! Я хочу поиграть с ним! Иди к лунной девочке, кукла! Нет! Уйди с дороги! Гекко, отложи марионеток! Ты нам нужен! Сейчас приду, ребята! Идем, марионетки! Я должен помочь своим друзьям! Теперь он мой! Совиные суперкрылья! Кошачий суперпрыжок! Попался, смешной мальчик! К нам пожаловал сам хамелеончик! К сожалению, ты опоздал! Сейчас ты увидишь, как на Луне появится мой портрет! Супермышцы Гекко! Что случилось? Я просто использовал свои супермышцы! У меня есть робот и прыгающая лаборатория, так что у вас нет шансов меня остановить! Я победил вас! А вот и нет! Моей задачей было лишь отвлечь тебя, а теперь вторая часть плана! Не ожидал, не так ли, Ромео? Вы объединились с лунной девочкой? Она тоже хочет тебя остановить! Оставь Луну в покое, Ромео! Понял? Никогда! Похоже, пора переходить к третьей части плана! Нет проблем! Защекотать! Робот! Сделай что-нибудь! От лунного луча никому не уйти! Даже тебе, робот! Подтверждаю. И мотыльки, и лунная девочка, и Ромео, и его робот заняты! Переходим к следующей части плана! Супермышцы Гекко! Есть! Я не смогу нацелить лазер без этого телескопа! Ну все, посмеялись и хватит! Кыш, пошли вон! Эй! Смотри, куда прыгаешь, лаборатория! Робот, отними у
них телескоп? Слишком поздно, робот! Суперскорость! Готово! Перегрузка процессора. А, не может быть! Все кончено, Ромео! Теперь телескоп тебе не нужен! Мы с тобой разобрались! Шаг за шагом! У меня остался космический лазер! Что ты делаешь, глупая? Брось его! Как пожелаешь! Нет! В этот раз вы победили! Но я еще вернусь! А! Ты как, Робет? Я чувствую себя просто замечательно, потому что я решила захватить весь мир. А? Что? Захватить мир? Это мой план! Теперь нет. Эй, поставь меня на землю! Я захвачу весь мир. Что случилось? Она ведь была хорошей! Ромео сказал, что он ее не доработал. Когда я ее ударила, у нее что-то повредилось, и она стала плохой. Простите меня. Нет, это ты прости. Вина лежит на нас. Если бы мы позволили тебе присоединиться к нам, этого не случилось бы. Кэтбой прав. Если ты все еще хочешь быть Флосси Флэш, мы рады тебя принять в команду. Отлично. Давайте остановим Робет, спасем Ромео и вернем игровое оборудование. Я захвачу весь мир. Я захвачу весь мир. Ромео, я спасу тебя. Я думал, вы больше не друзья. Это не так. Просто я ревновал, потому что он все свободное время проводил с этой Робет. Так вот почему ты украл оборудование. Ты ревновал. Если мы поможем спасти Ромео, ты его вернешь? Ответ положительный. Отлично. У меня есть план. Настало время героев. А точнее, героев и Флосси. Я захвачу весь мир. Я захвачу весь мир. Опусти меня на землю. Никогда. Я захвачу весь мир. Я захвачу весь мир. Остановись, Робет, а то пожалеешь. Мастер Фанк и Кик Маги не шутят. Отпусти Ромео. Никогда. Все кончено. Он вам нужен, ловите. Флосси Флэш спешит на помощь. Поймала. Поймал. Но почему она ее бросила? Клянусь своими ушами, здесь что-то не так. А может, она просто неуклюжая? Ладно, вернем вазу, а потом на базу к птичке. Птичка перевернула здесь все вверх дном. Птичка, зачем ты это сделала? А? Может, потому что ты оставила ее одну? Лайонел тоже бедокурит, если я не уделяю ему внимания. Я думала, питомцы — это прикольно. Они прикольные, но их нужно выгуливать и дрессировать. А еще... Это снова лунная девочка. Она в зоопарке. Герои в масках вперед! А как же птичка? Я знаю, возьмем ее с собой. Она подышит свежим воздухом, а я ее подрессирую. Нельзя брать ее на задание. Ничего не будет. Правда, птичка? Кыш! Кыш! Прекрати, лунная девочка. Пусть бабочки летят домой. О, нет! Негодники в масках опять хотят мне веселье испортить. Скорее, мотыльки, улетаем отсюда. Странно. Обычно ее очень трудно прогнать. Бабочки, вы можете вернуться. Птичка, ты их пугаешь. Подожди меня в самолете. Она просто хочет внимания. Олет постоянно оставляет тебя одну. Что ж, первый этап плана выполнен. Я думаю, ты готова ко второму. Лунная сила, создай еще два лунных кристалла. Оставь их в комнатах Олет и Гекко, чтобы я могла захватить штаб. И смотри, не подведи. Ну вот, бабочки, дом, милый дом. Есть! Что? Прощай, Монстр Шин! Отлично! Есть прощение! Стоп! Что? А-а-а!
случайно бросил шарик. Шучу, конечно, нет. Ну хватит баловаться, герои в масках. Скоро здесь останется лишь одна крепость. Лучшая крепость. Моя! О, нет! Теперь он пересечет мост. Это я виновата. В его крепости полно разных наворотов, и мне захотелось такие же иметь. Ох, вы были правы. Глупо чего-то хотеть лишь потому, что это есть у других. Все в порядке, Алеп. Уверен, что мы найдем способ его остановить и вернуть автобусы назад. Я знаю, что сможет его остановить. А если точнее, кто? Настало время героев! Да! У кого лучшая база? У тебя, ночной ниндзя, а у нас теперь нет базы. Ее раздавило. А? Гигантский комок шерсти? Чего они добиваются? Чтобы меня стошнило? Отличный выстрел, Кэтбой! Спасибо, Гекко. Алет, ты уверена, что нам надо ударить шарами только по трем автобусам? Только по трем. И когда мы их сдвинем, остальные автобусы упадут. Как тебе такое, ночной ниндзя? Лови еще парочку шаров. Нет, этого не может быть. Моя очередь. Когти совы. Моя крепость лучше всех. Супермышцы Гекко. Могу с его помощью контролировать сразу весь город! Ты установишь здесь спутниковую тарелку? Не я, глупый кот, а он! Я не сделаю это для тебя! Еще как сделаешь! Нет! Ладно, ладно! Прекрати щекотать Кэтбоя! Я сделаю все, что скажешь! Так, котенок и птичка, вы начинаете строить башню-приемник. Я, пока вы будете работать, закончу свой главный пульт Ромео! Ладно, у меня есть план. Ромео положил маленький пульт в свой рюкзак. Я его отвлеку, а ты подкрадись и забери этот пульт. Неплохо, но слушай мою идею. Мы заберем большой пульт. Ты отвлеки его, а я проникну в лабораторию и заберу его. Думаю, мой план безопаснее. Я точно видела, что Ромео что-то делал с дверью лаборатории. А вдруг там ловушка? Не волнуйся об этом. Я глава команды, все под контролем. Ладно. Ромео, ты не мог бы мне помочь? Что такое, птичий мозг? Это башня. Какие столбы, Брэдли Крестовин? И насколько высоко ее делать? Ой-ой, замок. Стоп, у меня есть идея. Кошачья суперскорость. Ой. Что происходит? Хотели меня провести, да? Что ж, мне придется усложнить ваше задание. Нет! Кэтбой, я знала, что так и будет. О, хватит меня контролировать, Ромео. О, ненавижу, когда мои рабочие жалуются. Пожалуй, сделаю тебя немой. О, нет! Намного лучше. А теперь за работу. И очень быстро. А теперь ты. Молодчина, ящерица! А теперь, котенок, принеси мне мой главный пульт Ромео. Клянусь кошачьими усами! Ну, конечно! Вот что я все это время искал! Вот ты и попался! Этот щит слишком мал и не защитит тебя! Да, но я буду им защищаться! Я использую его как зеркало! Эй, Ромео! Да ты даже и в упор не сможешь в меня попасть! В яблочко! Нет! Моя антигравитационная машина! Вернись! Давай, Гекко! Хватай ее! Нет! Да! Переключи ее, Кэтбой! Пришла пора всем вещам опуститься на землю! Теперь нужно помочь тебе, Кэтбой!
Отдайте мою антигравитационную машину! Ни за что! Думаю, пора этому устройству улететь отсюда навсегда! Кэтбой, запускай ее! Нет! О, вы, герои-вредители, еще пожалеете, что отобрали мою машину! Да, что ж, мы еще встретимся! Мы видимся не в последний раз! Возможно, но мы точно в последний раз видим антигравитационную машину. Давайте повторим движение и найдем Ромео. Ладно, Олег, мы готовы. Да, я тоже. Я начинаю. И я начинаю. Летящее колесо. Нет, стой. Это слишком рано. Я просто не понимаю. Попробуем еще раз. Может, на этот раз получится? Не волнуйся, я справлюсь. Да и не нужно нам это движение. Как это не нужно? Оно поможет остановить Ромео. На его хитрый план мы ответим хитрым движением. У меня много других приемов. Мощные суперкрылья и... кувырок в полете! Вперед! Все в совиный планер! Стой! Новое движение будет лучшим! Жаль, я его не выполню. Клянусь кошачьими усами! Это его робот, Сани-лаборатория и его суперпоезд! Приземляйся скорее, Олет! Ха! Герои в масках! Какой сюрприз! Пришли посмотреть, как я захвачу мир! Как будто это твоя первая попытка. Но на этот раз я собрал свои лучшие машины для великой атаки! Мы не позволим тебе это сделать, Ромео! Вы не сможете остановить сразу все машины! Мой робот поразит вас замедляющим лучом, а затем заполнит газом ваш штаб! И пока вы будете разбираться с газом, я залью льдом ваши супермашины! Я покончу с вами навсегда, герои в масках! Ну уж нет, Ромео! И не забывайте про мой поезд! Я быстренько проедусь и сплющу все здания! О, Ромео исчез. Я здесь, птичий мозг. Я лечу. Я скопировал твои силы с помощью моего копировальщика. И это сделал не только ты. О, так вы двое тоже получили силы, Олет? Что? Никому, кроме меня, нельзя использовать мои силы. Я очень надеюсь, что у тебя есть шасси, Ромео, потому что ты идешь на посадку. Это точно! Увидимся с вами позже, Кэтбой и Гекко. Вау! Я скопирую и ваши силы. Он уходит! Полетели! Все нормально. Полет — это моя сила. Я знаю, как ее использовать, и не дам Ромео ускользнуть от нас, используя только свои силы. Но объединив наши силы, мы остановим его в два раза быстрее. Да, к тому же летать — это так здорово. Мне еще не доводилось летать самому. Так вы, ребята, будете меня ловить или как? Вперед, герои в масках! Отыщем Ромео! Так, я полечу, а вы спускайтесь на землю. Но отсюда мы можем намного лучше все увидеть. К тому же, летать это очень весело. Да! Я что-то нигде не вижу, Ромео. Ты используешь совиное зрение? Да, только скорее кошачье. У тебя тоже есть совиное зрение, да? О, сейчас проверю. Зрение Гекко! О, я вижу Ромео! Нет! Похоже, заметил! Нет! Вот он где! Ой! Как ты используешь совиное зрение, чтобы видеть вещи супер близко? Извини! Настало время героев! Суперскорость! А? Если освободить клонов, то мы сможем победить роботов! Есть идеи, как это сделать? Есть одна идейка! Thank you.
Герои в масках прячутся среди деревьев за вашей спиной. Бросайте кэтбоев и ловите их. Стойте, железяки! Я почти выбрался! Это ловушка! Ну что ж, а теперь используем ваше изобретение! Привет! Ай! Ай! Ой! А вот и остальные! Скорее по местам! За мной, роботы! Что вы задумали? Ай. Роботы ненавидят воду! А теперь последний! Суперскорость! Хватай кота, робот! Нет, нет, нет! Слезай с меня! Получилось! А теперь используй свои мышцы! Но если я испорчу дубликатор, вы исчезнете! Мы не исчезнем! Мы снова станем единым целым! Это именно так! Давай, Гекко! Супермышцы Гекко! Да! Есть! Я вам покажу, негодники в масках! Вы избавились от моих роботов, но от меня вы не избавитесь! Отвезем второй дубликатор в штаб. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! А? Кто станет с тобой играть? Вы, герои в масках! Или я превращу вашу школу в свою личную! Ночную школу ночных ниндзя! Вот так! А что, если мы выиграем? Размечтались! Но если это все же случится, я покину вашу школу. А если вы проиграете, школа станет моей, как и ваш штаб. И не мечтай. Забудь. Договорились. Первый, кто захватит чужой флаг и установит у себя, выиграет. Согласны. Благодаря моему чутью выигрыш нам гарантирован. Это будет легче, чем выжить апельсин. А ты уверен насчет своего чутья? У тебя ведь много других суперспособностей. Но они для этого не подходят. В отличие от суперчутья Гекко, оно не подведет. Ну что, готовы сыграть, лузеры в масках? Тогда начнем игру! Кто-то должен остаться здесь и сторожить флаг. У тебя идеальное зрение, тебе и сторожить флаг. Но кто в школу пойдет? Ты, Кэтбой, ведь ты сможешь подслушать ночного ниндзя. Благодаря твоим глазам и моим ушам он не сможет мимо нас проскочить. Вы забыли о моем суперчутье. Оно подскажет, где ночной ниндзя. Он... он в школе. Думает, как украсть наш флаг. А значит, за своим он не следит. И его можно захватить. Я думала, ты чувствуешь присутствие ночного ниндзя только когда он близко. Близко, далеко, неважно. Мое суперчутье безгранично. Ну, ладно. Вперед! Захватим его флаг! Лучше останься здесь и охраняй наш флаг. Школу сторожит патруль ниндзя Лино. Но не ночной ниндзя. Мое суперчутье не ошиблось. Он в школе. Пора захватить флаг. Суперзахват! Не переживай. В этот раз я отвлекаться не собираюсь. Опять ты? Кажется, пора тебя притормозить, птичка. Ну так попробуй, Ромео. В этот раз я не отвлекаюсь. Ты чуть в меня не попал, хозяин. Перестань жаловаться и помоги ее поймать! Хоть чуть-чуть быстрее! Они поймали Олет. Я должен отвлечь Ромео, пока Гекко не обезвредит часы. Но, хозяин, я ведь ее поймал. Опять жалуешься? Главное, что нам удалось эту птичку замедлить.
Поймай, если сможешь, Ромео. Суперскорость! Хватит меня отвлекать! Я должен город замедлить! Опять ты? В этот раз ты меня не отвлечешь. Кошачий прыжок! Опоздали герои в масках! Теперь я сделаю медленным весь город! О, нет! Начинаем вечеринку! Она будет взрывной! Супермышцы Гекко! Что? Есть! У тебя получилось! Как ты туда попал? Ты все еще медленный! Хоть я и медленный, но поскольку я не отвлекался, я успел попасть сюда вовремя! Ой-ой! Класс! Есть! Я больше не медленный! Супер! Я Гекко, я всех быстрее! Давай, я Гекко! Та-та-та-та-та! Я ненавижу, когда он так делает! Проклятые герои в масках! Это еще не конец! Я с вами поквитаюсь! Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Один летательный аппарат выбыл из строя! Еще несколько, и я стану единственным и лучшим воздушным пилотом! Тебе до меня далеко, птичка! Что значит, он останется единственным воздушным пилотом? Может, он и воздушный шар хочет похитить? И все остальное, что он может летать? Олет, лети за ним! Но мой самолет сломан! Тебе не нужен самолет! Ты и так отлично летаешь! Я не могу! Но почему? Он слишком хороший пилот. Мне до него далеко. Что? Ты отличный пилот! Ты не виновата, что он разбил самолет с помощью липучек. Да, и мы поможем. Давай отгоним самолет в штаб, а потом наведаемся в музей. Эй, это легче, чем я думал. Хорошо, что я вспомнил, что в музее был самолет. Он классный. Ты молодец! Уверена, ты поймаешь ночного ниндзя! Но ты у нас специалист по полетам. Ты должна командовать. Я командовать? Но... Вон они! Они хотят угнать воздушный шар! Олет, как нам их остановить? Говори, что делать! Нельзя допустить, чтобы он похитил все, что летает! Ладно, не волнуйся, мы попробуем! Что? Стой! Я не знаю как! О, нет! О, нет! Мой планшет! Что я наделала? Ой-ой! Эту функцию ракеты нужно включать только в самых опасных чрезвычайных ситуациях! О, для чего мне просто штаб, если он может стать космическим кораблем и лететь на сверхзвуковой скорости? Спасибо за помощь, птичий мозг! Но вас в эту поездку я не возьму! Нет! Ха-ха, вот так! Нет! Смотрите, мы сейчас потеряем наш штаб! Нет, Ромео смог найти функцию ракеты только потому, что я использовала планшет. Не переживай, Олет, но дела у нас идут плохо. Нам нужно что-то сделать! И я знаю, что. Мне придется полететь за ракетой. Без этого планшета. Но даже ты не можешь летать так быстро! О, нет, я могу. Время быть героем! Супермускулы Гекко! Ладно, Кэтбой, держись за мою ногу. А когда я крикну «Летим!», ты, Гекко, хватайся за другую. Итак,
Встречайте сверхзвуковую OLED. На старт, внимание, летим! Совиные суперкрылья! Получается OLED! Ха-ха-ха! Я буду править миром! И на Земле, и в небесах! Робот! Отдай эту штуку! Одну минутку. Отдай ее! Но я почти прошел уровень. Кэтбой, ты следи за Ромео и роботом. А я попробую перенести Гекку к панели управления штаба и опустить туда. Верно! Тогда я деактивирую ракету в своей супермаскировке Гекко! Кошачий слух? Похоже, кто-то использует микрофон. Кошачий прыжок! Совиные крылья! Суперзахват! Вот! Я намерен его вернуть. И тот, кто окажет мне наибольшую помощь, возможно, получит билетик на концерт. И я пойду с тобой. Ведь я же твой лучший друг. Что? Супер-камуфляж Геккона! Плохим лидером, как и он. А летины во мне разочаровались. Колесницы нет. Я все испортила. Не переживай, ведь поначалу ты им нравилась. И они определенно были злы на ночного ниндзя. Значит, может, они нам все же помогут? То есть помогут с нашим заданием. Они мне будут прислуживать. Настало время героев! Верни колесницу! Забудь! Она теперь моя! Как и эти ниндзялино! Они не будут тебя слушаться! Ниндзялино, простите меня! Я была не права! Я не ваш лидер! Мне просто нужна помощь! О, как трогательно! Не пытайся нас разжалобить! Не слушайте ее! Я ваш лидер! Что? Что происходит? Перевес! А ну, выпрыгивайте! Скорей! Чего вы боитесь? Вы же ниндзя! Не разобьетесь! Вперед! О, нет! Он говорит им прыгать! Надо его спасать! Есть! Ты как? В порядке? Осторожно, я за штурвалом. Так,
чешуйчатый! Хочешь карт назад? Так отними его! Жучки-паучки! Без проблем! Гекко, ты так штаб завалишь! Ой-ой, похоже, ты меня поймал! У нее луноборд под картом! О, нет! Он упадет! Совиный ветер! Ты ведь не думал, что я оставлю дома свой луноборд, глупыш? Оу! Суперзахват! О, нет! Наш штаб! Это я сделал? Кэтбой! Я не смогу его долго удерживать! Держись, Олет! Я сейчас! Кошачий рев! Видимо, ты опять меня обвинишь. Нет, я должен перестать тебя винить. Это не твоя вина, а моя. Настало время героев. А герои отвечают за свои ошибки и исправляют их. Супермышцы Гекко! Я виноват, что карт попал к лунной девочке. Я его на улице оставил. Не переживай, Гекко. Мы поможем его вернуть. Ребят, будем весело плясать! Похоже, вечеринка уже началась. Идемте! Спасибо за приглашение, лунная девочка. Добро пожаловать! Стоп! Это ведь школьные колонки! Да! Ты одолжила школьное оборудование? Я его не одолжила, а украла! Для нашей вечеринки! Для вас, негодники в масках! Гостей так не называют! Гостей? Нет, гости уходят, когда захотят! А вы? В общем, думаю, сейчас вам все станет ясно! Что? Вы в ловушке, простофили в масках! Из лунного купола вам не сбежать! А я думал, ты помириться хочешь! Нет, прости! О, еще момент! Из купола нет выходов ни сверху, ни сбоку, и под землей их тоже нет! А пока вы здесь, я собираюсь украсть все остальное оборудование! Что? Не хочу, чтобы другие веселились на танцах! Вечеринка будет только у меня! Птички-невелички! Если она все украдет, танцевальный конкурс отменят! Мы не сможем свои движения показать! Ящерки в ящике! А я так хотел робота показать! Мы не можем позволить ей испортить всем веселье! Мы должны отсюда выбраться! Я знаю как! Супермышцы Гекко! Я не могу его сдвинуть! А я не могу пробить! И она ведь сказала, что под землей выхода тоже нет. А если ты раскрутишься как вихрь, ты можешь проделать тоннель. Это отличная идея. Это будет прямо как то танцевальное движение. Что ж, наверное, сходство и правда есть. Надо только его отработать. Я не хочу упасть, как в тот раз. Это был настоящий позор. Давайте что-нибудь другое придумаем. Ты сможешь. Я покажу еще раз. Давай, просто встань на цыпочки. Подними ногу, а потом крутись! Супермышцы! Простите, надо было отнести камень в штаб, а я не отнес, и он вас едва не раздавил. Все в порядке, мы убежали, а штаб ты поправил. Но вы были в опасности, весь город в опасности, пока этот камень здесь. Насчет этого ты прав. Приготовьтесь увидеть нечто потрясающее! Если использовать этот груз, камень ударит еще сильнее! Забудь об этом! Настало время героев! Мы забираем у тебя этот камень! Ничего у вас не выйдет! Ящерка, медальон будет моим! Гекко, нет! Убегай! Я поймаю этот камень! Супермышцы!
Я никогда тебя таким сильным не видел. Да! Я не знаю, что случилось. Я вдруг почувствовал себя очень сильным. Это потому, что ты хотел спасти нас от опасности. Это помогло тебе сфокусировать свою суперсилу. Ты прав. Сейчас же отдай медальон. Он мой. С какой стати он твой, ночной ниндзя? Я разбил камень. Я бросил его в ваш штаб. Ты бросил, а вот разбил его Гекко с помощью суперсилы. Но это какой-то бред. Как может ящерица быть сильнее меня? Дело в том, что я сделал это ради своих друзей. Но это же так скучно! Ладно, оставьте медальон себе, лузеры в масках. Я вернусь, когда вы меньше всего будете этого ожидать. А вы, Ниндзялина, возвращайтесь в древний горный храм и тренируйтесь. Ты определенно заслужил этот медальон. Спасибо, но он из дальних краев, и о нем сложена легенда. Зачем мне вообще этот медальон? Я сдам его в музей, чтобы все могли его увидеть. Супер! И, кстати, я знаю еще один способ продемонстрировать свою силу. Герои в масках, вот эта ночь! Мы снова всем смогли помочь! Так, здесь ничего нет. Постой! Вот следы от пропавших рельсов. Забыла? Если пойдем по ним, то найдем поезд. Да, бежим, бежим! Ого! Это лаборатория Ромео? Да, похоже на то. Но она так странно двигалась. Может, ребята, забудьте о Ромео. Он ведь не может находиться в поезде. Надо выяснить, кто им управляет. Вперед, вперед, вперед! Хорошо. Эй! Следы кончились. Как мы теперь найдем поезд? Совиный взгляд. Я вижу что-то впереди. Что-то быстрое. Это он. Поезд. Видишь? Я говорила, он быстрый. Посмотрим, кто им управляет. Ромео? О, привет! Герои в масках. Но ты же лабораторией управлял. Это был не я. Ей никто не управляет. Из-за короткого замыкания с ней случился глюк. Но этот сверхбыстрый поезд помог. Ромео все книги забрал. Я разберусь с ним с помощью приемов Флосси Флэш. Ха-ха! Какой-то не очень эффективный прием. А что насчет твоих приемов? Они неплохие, но флэш-флип просто ошарашит Ромео, когда я его отработаю. Ладно, куда отправится Ромео теперь? Где очень много книг? В городской библиотеке! Змейки на скамейке! Там много невероятно ценных книг! Мы должны его остановить! Олет! Хватит! Ромео может украсть из библиотеки и книги о Флосси Флэш! Отличная работа, мой металлический слуга! Скоро здесь будут книги лишь обо мне! Ха-ха-ха-ха! Ты – одно из моих лучших изобретений! Спасибо, хозяин. Я люблю Ромео. Ромео – гений. А теперь в библиотеку! Отлично! Дверь еще на замке. Ромео еще не приехал. Гекко, залезь на козырек. Я свяжу робота, а ты спрыгнешь и опрокинешь его. Хорошо, Кэтбой. Супер захват! Супер камуфляж! Олет, используй совиное зрение. Крикнешь, когда Ромео приедет. Хорошо, Кэтбой. Нет проблем. Совиные крылья. Хорошо. Я буду ждать сигнала. Флосси Флэш сканировала город.
Ни один злодей не смог бы проскользнуть мимо. И она была готова применить флэш-флип. Ай-я! Получилось, да! Нельзя, чтобы Ромео туда проник. А, герои в масках! Вы не помешаете мне добыть реактивный ранец! А зачем тебе нужен реактивный ранец? Ты думал, я буду пешком ходить, когда покорю мир? Конечно, нет! Я буду летать! О, и закачивать в дымовые трубы гадкие запахи с помощью пушки-загазушки! Все будут думать лишь о том, как избавиться от этих запахов! И никто не помешает мне завоевать мир! Это будет настоящий кошмар! Герои в масках! Надо остановить эту пару перчаток! Кошачий прыжок! А я сделаю так, чтобы Ромео ничего не видел! Эй, что вы там делаете? Скоро ты узнаешь, Ромео. Что? А теперь мы немного изменим конструкцию перчаток. Мне понадобятся супермышцы! Есть! Ой! Осторожней! Выскальзывает! Суперзахват! Вы только посмотрите! Из этой детали от бульдозера вышла отличная палка-прыгалка! Котики-бегемотики! Сейчас я верну своего птеродактиля и заодно поймаю летающего котеночка. Держись, Кэтбой! Мы тебе поможем! Олет! 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 На помощь! Кэтбой, что ты делаешь? Я тут застрял. Я полетел за тобой, чтобы убедиться, что мы все еще друзья. Но теперь пульт снова у Ромео. Ну, конечно, мы все еще друзья. О, это все из-за меня. Надо было раньше с тобой помириться. О, отстой! Кого это волнует? Серьезно? С меня хватит, Ромео! Не смей моего друга обижать! Хватайся! Покажи ему, Кэтбой! Фу, гадость! Мой пульт! Кажется, ты что-то обронил! А? Что? Нет, нет, нет! Отстань! Этот танец ничего. Но с крошечным Кэтбоем было забавней. Эй! Пожалуй, я уменьшу Ниндзялина. Перестань! Ты даже не знаешь, куда нажимать! А ты не можешь направлять шланг! Еще как могу! Не можешь! Могу! Ну ладно, хватит! Давайте сюда шланг, злодеи! Вот тебе шланг, пташка!
Хватайте их, ниндзялино! На помощь! Сейчас мы тебя уменьшим! Совиное зрение? Что ты делаешь? Меня что-то щекочет! Есть! У-ху! Я большой! Супермышцы Гекко!